убираться, что касается убирать подъезд, ничего. Разберемся с вашим домом. Спасибо большое. Пожалуйста. Машерова 82-53. Я понял. Всего вам доброго. С Новым годом, я вас поздравляю. Вас также. Всего вам доброго. И с новой должностью. Спасибо. До свидания. До свидания. Александр Степанович, возьмите на контроль то, что он есть и будет в декабре делаться, это не устраивает. Сделай раньше. Да. Вы, во-первых, не то, что раньше сделаете, вы посмотрите, почему, если там действительно ручьем течет, то надо что-то предпринять сегодня. Но если там невозможно, если там вся крыша, там надо собрать людей и объяснить, что да, пока будет течь, но начиная с апреля, с мая, не знаю, становится тепло, там, если там плоская крыша или какая, значит, и надо снимать. Значит, прежде всего, чтобы людям на голову не текло. Понимаете? Это первое. И такого быть не должно. Ну, а все остальные вопросы тоже посмотрите. Значит, и лавочки, и